Вітаю вас в ефірі програма «Це вас хвилює». І дійсно, ми сьогодні поговоримо про те, що не може не хвилювати нас з вами у цей період, коли стає тепло, приємно і хочеться вже залишати домівочки і відпочивати під сонечком, в лісах, на травичці, насолоджуватись погодою гарною, або ж просто вийти у двір або на дачі улюблені, працювати, щось створювати, вирощувати на земельці. І ми повинні в цей період бути дуже уважними і думати про наслідки такої активності. І сьогодні ми про них поговоримо з нашою гостею Світланою Марковою, обласним токсикологом, завідуючою токсикотерапевтичного відділу міської лікарні швидкої медичної допомоги і, що дуже приємно, заслуженим лікарем України. Здравствуйте. Добрий день. Итак, потенциальная угроза. Я вначале сказала, да, о том, что работать, отдыхать, но еще и питаться. Да. Потому что, ну, мы, не знаю, как где, а в Украине, на юге Украины, мы очень-очень любим дары природы. И многие собирают, скоро будут собирать, да, корзинки и отправляться вот искать всякие природные, те же шампиньончики, но тем не менее на природе и так далее. Но вот не все из них, так скажем, полезные, можно, да. Расскажите, пожалуйста, вот для начала вот такую тему затронем, а потом пройдемся еще, да, по таким угрозам. Сначала грибы. Вот так или иначе, их собирательство – это русская рулетка. Особенно для тех, кто, да, не знает. Дело в том, что мы традиционно эту передачу проводим и эту беседу с людьми, чтобы напомнить о том, что у нас начинается лето, и мы начинаем получать и приятные вещи, и неприятные. То есть каждый вид грибной охоты тоже чреват неприятностями. Последние годы, я должна сказать, что уменьшилось количество отравлений грибами, потому что, ну, может, связано это с выращиванием искусственных грибов на рынке. Люди реже стали попадать к нам в такой патологии. Тем не менее, это бывает. Сейчас весна у нас была такая дождливая, более-менее, потому что при засушливом лете, как правило, грибы в это время и не будут. Это май, июнь. Сейчас в основном это пластинчатые грибы по типу шампиньоны, рядовки. И изредка маслята, то, что относится к губчатым грибам, и чаще всего маслята все-таки не путают. И отравление от этих видов грибов мы имеем только индивидуально в связи с повышенной чувствительностью к грибам как к грубой пище, скажем так. Потому что у любого человека, который страдает заболеванием желудочно-кишечного тракта, а дети, в том числе детей вообще, желательно грибами не кормить, любыми, даже очень хорошими, могут вызывать заболевания типа гастрита, обострения, приязненной болезни, нарушение колита. Да, при колитах это пища тяжелая. Тогда мы получим какую-то дисфункцию, связанную с употреблением вообще грибов, любых, даже качественных. К ядовитым формам относятся грибы или условно съедобные, либо ряд грибов, которые вызывают проявление токсина, имеют токсины, вызывающие поражение желудочно-кишечного тракта, и, естественно, заболевание печени или почек, если употребляется самый ядовитый гриб, который существует, или аммонитный гриб, мы так называем аммонитный гриб, вид грибов, это бледная поганка, ее очень много видов, это и белая, и розовая, и зеленушная, такая зелената, и пантерный мухомор, который тоже имеет вид, имеет токсины, которые вызывают тяжелое отравление. Конечно, красный мухомор, который содержит совершенно другой яд, он вызывает отравление, но редко кто будет путать красный мухомор и будет его брать. А вот бледная поганка, она имеет похожие сыроежки, энтоломы, которые, шампиньоны, которые можно спутать и употребить в пищу, не заметит, даже если одна поганочка такая попадет в пищу, то человек может отравить сам себя и свою семью. Поэтому в этом плане нужно быть очень осторожным и пересматривать, если вы берете, что вы берете. И не брать никогда у людей, которые угощают гриб. Потому что уже гриб сорванный, он теряет свои особенности. Вы не видите, что вы употребляете. Все это в общей кучке, и в дальнейшем можно отравиться. Нужно помнить о том, что любое отравление грибами, вернее, делится на поражение нервной системы, нейротропное мы делим, гастроэнтеротропное и гепатонефро, то есть печёночное поражение. Вот группа самых легких, так скажем, вот мухомор, да, это нейротропные грибы, которые содержат либо атропиноподобные вещества, мускарин, никотиноподобные, которые влияют на центральную нервную систему.
Тут, скорее всего, дети могут случайно взять этот красивый мухомор, пока родители отвернулись, он его может скушать. Инкубационный период при этом 2 часа. То есть, если употребил этот, через 2 часа проявляются нарушения зрения, аккомодации, может быть головокружение, сухость во рту, либо наоборот слюнотечение, возбуждение психомоторное, подташнивание. Изменение вот такого поведения говорит о том, что это возможно отравление. Проходит и лечится довольно быстро, но надо просто вовремя обратиться, промыть желудок и к врачу быстренько. День-два проводится антидотная терапия, и человек выздоравливает. Конечно, наиболее сложное – это грибы, которые влияют на желудочно-кишечный тракт. Инкубационный период при этом 6-8 часов, а аммонитные грибы, у которых начало отравления такое же, как и в этой группе, где-то до суток инкубационный период. То есть люди покушали, легли спать спокойненько, как правило, это утром собираем, вечером готовим, кушаем, к утру в больницу. Потому что проходит 8-12 часов, возникают боли в животе, тошнота, рвота, понос, и нужно бегом к врачу. Нельзя ни в коем случае сидеть и ждать. Если кто-то из компании, который ел грибы один, заболел, нужно обязательно обратиться всем для того, чтобы провести профилактику. То есть нужно тоже освободиться от яда, выпить активированный уголь, если можете дома, обычным ресторанным методом, и человек должен сразу обратиться к врачу, дальше продолжится лечение в больнице. Но держать и терпеть нельзя, потому что на вторые сутки может быть мнимое улучшение, когда человек вырвал, вроде бы очистился, но с третьего дня начнется поражение печени, и уже там летальность очень высокая. То есть продукт организм выбросил, а токсины остались? А токсины уже связались с печенью, и поэтому человек может погибнуть в любом случае третьи-пятые сутки от печёночной недостаточности. Мало того, что это лечение очень дорогое, но почти 80-90% больных таких, 80-90% просто погибают. Поэтому тут своевременное начало. Лучше профилактически проконсультироваться, привести, посмотрели, сказали, нет, у вас все в порядке. Или положить, провести анализы, сказать, нет, у вас все в порядке. Вот еще такой момент. Очень часто люди, даже те, которые хорошо разбираются в грибах, такие, знаете, грибники со стажем, говорят, попадаются все-таки на вот эту удочку и обвиняют в том, что гриб-то нормально собрал, а вот что он втянул в себя, токсины, всякие яды, то есть экологически чистая зона, там собирай грибы спокойно, не чистая экологически зона, там любой даже безобидный гриб, да, может, есть такой факт, но понимаете, в последнее время, во-первых, промышленность, сельское хозяйство работает не на том уровне, когда были огромные виды ядохимикатов, вносились в почву, опрыскивались там поля, это раз. Во-вторых, в таком количестве собрать токсины, да, наверное, какой-то будет токсический эффект, это соли тяжелых металлов, но они никогда не проявятся острым отравлением. Просто человек потребит такое вещество, которое негативно будет в какой-то степени влиять на его организм. Но острого отравления мы никогда не наблюдали. То есть он почувствует, как пищевое расстройство, как некачественный продукт съел, да? Осенью у нас появляется еще такая своеобразная патология, как отравление грибами. Чаще их путают и говорят, что это лисички, вот рыженькие грибы, они похожи на лисички. Они вызывают полинер нейропатии, там инкубационный период 5-6 дней, без тошноты, без рвоты, но возникают боли в кончиках пальцев рук, кончик носа, уши, кисти и ног. Развивает такая демиелинизирующая нейропатия. Никто не погиб никогда от этих грибов, но месяц люди отболевают и хорошо мучаются, потом все проходит. А так, в общем-то, нужно просто быть очень осторожными, переборчивыми и вовремя обратиться за помощью, если такое произошло несчастье. Ну, если за грибами можно и не ходить, да, если страшно, вот как я, например, да, я лучше пойду в магазин, куплю шампиньоны. Ну, правильно. Или, может быть, куплю сушеные грибочки, которые, да, хорошие, вкусные, ароматные, вот. Но есть такая угроза, такая неприятность, как насекомые, всякие животные, да, которые угрожают даже когда мы не нарушаем их спокойствие, все-таки так или иначе это может произойти. Но чаще мы невольно его нарушаем. Да, кто это, кого мы можем потревожить, и в какой период, и как себя обезопасить, и как понять, что это именно вот этот случай. Вот такой период уже наступил давно. С появлением тепла просыпаются насекомые, и, конечно, они... сказать потенциально опасно этот случай, когда мы не нападаем, но мы случайно можем прижать, наступить. Дело в том, что, конечно, нападают только комары кровососущие, которые, или мошка, которая, в общем-то, питается таким способом.
Значит, наиболее такую потенциальную опасность в плане токсических влияний на организм, это в основном общетоксических, это только каракурт, который находится у нас. Все остальные насекомые, они всегда, практически у всех, могут вызвать реакцию местную, вне зависимости от того, насколько оно ядовито. Но ну, когда он садится на кожу, это насекомое, оно имеет хоботок, который проникает, правда, обычно хоботок этот не очень большой и не агрессивный, он может до поверхностные слои. Ну, у кого кожа нежнее, особенно детей, дети страдают больше. Выделяется, да, протолитический фермент, который вызывает поражение кожи в виде пузырьков, гиперемии, каких-то еще расчесывания вызывает ухудшение этого состояния. Поэтому может быть обширная местная реакция в зависимости и от, конечно, чувствительности человека. Наиболее токсическим влиянием обладают жалящие насекомые. Это шмели, осы, пчелы. Причем большое количество, если человек индивидуально, допустим, один укус переносит легко, местная реакция – боль, покраснение, припухлость, зуд через время уходит. И редко бывает, допустим, общетоксическая реакция, за исключением анафилактической, если человек к нему чувствителен. Но когда много количества, большое количество жало, то будет, конечно, выражена общетоксическая реакция. Опасные укусы – язык, область шеи, головы. Тогда, когда наступает отек, может, гортани, когда может наступить асфиксия, увеличится язык, который может тоже нарушать прохождение воздуха. Вот это опасное для жизни состояние. И, конечно, индивидуальная чувствительность в виде анафилактоидных реакций. Разной степени. Мгновенная. Укус, человек упал и умер. Но обычно люди знают, что они чувствительны. Реакции шока средней, тяжелой степени в виде бронхоспазма, в виде крапивницы. Извините. Поэтому эти реакции могут возникать. Угу. Реакции, ну вот часто, допустим, даже сидя на улице, возле там травки, клумбочки какой-то, или выезжая на пикник, ну все мы так чешемся, скажем так, да, иногда. Все мы ощущаем какой-то дискомфорт. Но как понять, это дискомфорт просто комарик укусил, почесали или там смочили, и как-то это все прошло? Или это все-таки укус более серьезного существа, когда нужно применить что-то? И что, кстати, в таких случаях стоит с собой брать, особенно если мы далеко от дома уезжаем? Реакция может быть индивидуальной. Но с собой всегда нужно брать десенсибилизирующие препараты в виде антигистаминных препаратов. Это супрастин, диазолин, лапирамид, лоротодин. То есть есть ряд препаратов. Антигистамины. Есть люди, которые знают о своих проблемах. У них есть мази определенная. Конечно, наиболее таким быстрым действием влияет гормональные препараты. Это дексаметазон, преднизолон. Ну, всегда нужно спешить к месту больницы. Иногда вызывается скорая помощь, которая приезжает к месту и везет больного в место оказания помощи. Потому что бывают колоптоидные реакции, человек потеряет сознание, и его могут не довести просто до стационара. Ну, наиболее, конечно, тяжелая ситуация возникает на скоропуртами. Укус не болезненный. То есть укол, точечка, и все. И человек ничего не ощущает. А это может произойти при сборе травы. Если одевается тапочек, куда залез паук. И человек увидит точечку, и все. Но через 20 минут у него начинается тяжелая общетоксическая реакция в виде стеснения в груди, боли в животе, нарушения мочеотделения, повышения артериального давления, чувства страха, тремора. Здесь надо напоить человека, согреть его. И спасибо. Укутать, согреть и отправить его уже в ближайшую больницу для оказания помощи. Иногда при повышении артериального давления у гипертоников могут возникать различные сосудистые патологии, типа инсультов. Такие были случаи. Или порез кишечника с болями в животе. Но первая вот ситуация – через 20 минут укус, начало, через 20 минут подъем, стеснение в груди, болевой синдром, это уже показатель тому, что, возможно, это каракорд. Но иногда люди видят самого паука. Он черный, крупный, где-то
сантиметр. Нужно помнить о том, что маленькие паучата, они тоже мелкие, но они, укус их тоже токсичен. Угу. Хотя это в менее легкой степени. В более легкой степени протекает, чем у взрослого паука. Чем больше линька, чем крупнее паук, тем более выраженный укус. Поэтому профилактически нужно очень аккуратно одевать тапочки, выходя на улицу, смотреть, что будет в грибных туалетах, в частных домах, убирая огороды осенью, потому что в последнее время у нас в основном осенью попадали люди, пожилые люди, которые, убирая ботву, прижимали к себе, к телу, и возникал этот укус. Кусает в основном самка, все об этом знают. И она после укуса, они там в норках прячутся к осени, поэтому вот осень, в основном это сентябрь месяц, если теплый октябрь, август, когда они стремятся найти себе убежище и могут заползать даже в дом. Ну, увидя такого паука, можно просто его поймать, если хотите знать, можно принести, мы отправляем его на экспертизу. Ну и, как правило, еще интересуют людей клещи. Конечно, да. Такое насекомое, которое и имеет вид неприятный, и переносит с собой всякую да. вот неприятность. Переносят его в основном на животных. Вы знаете, что на людей, они, конечно, там где-то в лесу, они могут прицепиться, присосаться, но чаще нужно на домашних животных их осматривать. У нас это не ядовитое насекомое. Оно просто, как инородное тело, внедряется в кожу и вызывает воспалительную реакцию в местном. Но оно переносит инфекционные болезни, боррелиоз или болезнь Лайма и энцефалит. У нас в Николаеве нет энцефалита, как бы, но тем не менее ежегодно весной эти особи излавливаются, их проводят экспертизу и определяют, есть или нет возбудитель, для того, чтобы быть настороже. Если человек попадает, ну, и становится жертвой укуса, он иногда пытается сам извлечь. Если самостоятельно удается, противочасовой стрелочки, нужно обязательно продезинфицировать место, убедиться, что там ничего не осталось, либо обратиться в травмпункт, где ему извлекут этого клеща. Если клеща извлекли, можно его тоже положить в бутылочку и отправить на экспертизу. Чтобы лишний раз человека не... Потому что если там находится боррелиоз, допустим, найдут возбудителя, то тогда ему предложат пролечиться. Иногда с целью профилактики можно пролечиться, не определяя возбудителя, но тем не менее пройти короткий курс лечения. Потому что существует определенный инкубационный период, и если пройдет время, у человека появится красное пятно в месте укуса, может, он вообще не заметил, да? Возникнет периферический лимфоденит, возникнут какие-то температурные реакции. Нужно обязательно обратиться к инфекционисту и пролечиться, потому что болезнь лечится не, ну, не тяжело, но если не своевременно, то нужно, надо, да, очень хорошее осложнение с поражением нервной системы, суставной системы, сустава и так далее. Но я уже не говорю о энцефалите, который вызывает высокую летальность. Сейчас очень много случаев в России, вы, наверное, слышали, передавали Урал. Там, где есть энцефалит, они заражены клещи энцефалитом, у нас в Крыму тоже, Крым всегда этим славился. Поэтому с клещами тоже нужно обходиться аккуратно. И нужно всегда, если есть такая ситуация, лучше провериться лишний раз. Ну и есть еще у нас такой паук интересный, хироканthus. Это виноградный паук, он встречается иногда на виноградниках, а иногда в скверах, вот даже у нас в городе, в парках. Это довольно большой паук с элементами на брюшке розового, желтенького, довольно крупный, он может быть крупнее, чем, в общем-то, каракурт. И он, у него очень выраженный клещевой вот этот вот аппарат, который кусает больно, этот кусает больно. И вместо одной точки будет две точки. И возникает ломящая боль в руке, допустим, или в ноге. Люди иногда пугаются и путают с каракуртом, как бы, потому что боль, поднимаясь по руке и по ноге, потом опоясывает поясницу, грудную клетку, и возникают все те явления интоксикации, о которых я говорила. А здесь только боль. Но боль настолько сильная, что иногда приходится применять наркотические средства. Поэтому мы таких людей тоже иногда госпитализировали и наблюдали, проводили лечение. Ну и еще одна такая штучка, как гадюки. Да. Эти, конечно, наверное, больше пугают. Хотя вот степная гадюка, которая крымская, она заканчивается где-то на границе с Херсонской областью. У нас было пару таких случаев. Она вызывает более выраженные интоксикации, более тяжелые последствия. Наша гадюка, сейчас их много, и люди многие говорят, что проходя на дачу, к реке,
если наступите, если вдруг она проскочит, иногда даже незаметно укусит две точки, удар небольшой и укус. Ну вот последние года 3-4 у нас, вот кроме степной гадюки, которые были случаи у нас, но это не наши, были завозные, так сказать, крымские, тяжелых случаев не было. Иногда это заканчивается просто амбулаторным приемом, осмотром места. Не надо только ничего делать ненужного. То есть вместе укуса резать, высасывать яд, выдавливать какие-то, потому что это вызывает потом хуже реакцию воспалительную. То есть можно занести просто какую-то инфекцию. Да, были очень выражены неприятные потом последствия. Это уже не укус. От лечебных ненужных мероприятий. Можно положить в это место холод. Можно, если боитесь, там приложить, ну, продезинфицировать хорошенечко место укуса, приехать на консультацию. И в этом месте, вот при, допустим, самых тяжелых укусах, что у нас были, возникает тромбофлебит. Mm-hmm. Это воспаление тромбов, отек конечности, посинение. Проходит это в течение 1-2 недель. Иногда, опять-таки, при самых тяжелых случаях бывает общая небольшая реакция, головная боль, познабливание, чувство ломоты. Мы таких людей госпитализировали, проводили введение антикоагулянтов, проводили местное лечение гепариновыми мазями, и, в принципе, все оставалось благополучно. Но, тем не менее, вот на Кимбургской косе были такие случаи. Люди отдыхали в палатках. Угу. Вот там вот такая ситуация случалась. И на дачах. Просто не нужно теряться, вовремя сделать, в общем-то, оказать какую-то помощь первую и просто обратиться за консультацией. То есть у нас нет таких существ, которые бы вызывали мгновенную реакцию, да? Вот я имею в виду, карагор 20 минут – это довольно мгновенное. И жалящие насекомые, анафилактическая реакция – это мгновенное. Да. Там действительно нельзя, в общем-то, времени не должно быть на размышления. Либо самим принять антигистаминные препараты тут же к врачу, если есть что-то на месте, и до ближайшего пункта. Если же человек знает, что его укусило, и эта реакция у него были ранее, то вместо укуса иногда обкалывается адреналином, но вряд ли кто-то сможет это сделать сам. Но тем не менее, вот гормональные препараты, если есть, еще раз повторюсь, это десенсибилизирующие препараты, они не помешают. Можно принять и потом ехать на консультацию. То есть относительно спокойно можно все это делать, без истерик, слишком уж таких страхов. Но страх только индивидуальная чувствительность, потому что несколько случаев летальных исходов, к сожалению, были, именно когда анафилактический шок. В этой ситуации нужно иметь все при себе и сразу же, чуть ли не на скорой, так друг к другу ехать. У нас был случай, когда у человека случилась такая реакция на даче, была вызвана скорая помощь, и две скорые ехали на встречу друг к другу для того, чтобы реанимационная бригада, для того, чтобы оказать человеку помощь. Потому что там мгновенная потеря сознания, может быть, острая сердечная недостаточность, и можно просто не спасти человека. Даже от укуса. Я сейчас подумала о том, что в этот период как раз не забывайте мобильные телефоны, носите их с собой. Всегда должны быть рядом люди, которые могут помочь, оказать какую-то помощь, или хотя бы просто успокоить и сопроводить. Просто очень много местных сейчас реакций дают. Комары, муравьи. Муравьи тоже вызывают местно, в местах укусов, местные реакции с зудом, особенно дети расчесывают. Приходится иногда лечиться у дерматологов, проводить дезинфекцию места укуса обязательно нужно. И обратиться, сейчас очень много мазей, поэтому своевременное обращение поможет с этим справиться. И отправляясь отдыхать или работать, берите с собой антигистаминчики, помогают. Лоротодин, супрастин, диазолин, димедрол, современные препараты, телфаст, алфаст, их очень много. В принципе, любые, как они подходят. Любые. И мази, мометазон, молистин, то есть очень много мазей противоаллергических, которые можно использовать. Я скажу, что немного вы успокоили, потому что есть такие люди, как я, паникеры, которые боятся и грибов, и всяческих животных. Первые признаки кусачек, вы же знаете. Да, еще был такой метод лечения каракуртов, когда если он укусил, вот такая точка, прижигали спичечкой. Но надо делать тоже очень осторожно, понимаете, горячим место. И то только в момент укуса. Вот укусил, сделал. Но когда уже началась общая реакция, когда через 20 минут уже появилась боль, наверное, уже бесполезно жечь. Вот место укуса в момент прижечь можно.
Тогда термическая реакция помогает немножко яду, в общем, уйти. А вот еще было, я вот наравне с вот этими вот прижечь, потом выдавить яд, разрезать рану, как это часто, да, нам раньше говорили, то еще обездвижить пострадавшего, чтобы якобы циркуляция крови не увеличилась, чтобы он не двигался. Пожалуй, это работает? Вот, нет. Дело в том, что, пожалуй, укус, когда каракурта, то ничего это не поможет. Когда аллергическая реакция идет, вокруг обкалывается адреналином. Это, во-первых, антишоковое мероприятие, и уменьшается, сужает сосуды, уменьшается всасывание яда. Это да. Но мобилизация конечности нужна при болевом синдроме выраженном. Если укусила гадюка, отек начался, допустим, человеку, конечно, лучше мобилизацию. Но циркуляция пройдет яда независимо от мобилизированного. В большинстве случаев принять антигистамин, антигистамин, своими ножками. Вот каракурт – это успокоить. Тепло, питье теплое, укутать больного. Можно принять гипотензивные препараты, если он гипертоник. Обязательно, если он гипертоник, он должен принять дополнительную дозу, потому что повышение давления чревато. И довести быстренько до места лечения. Я думаю, в таких случаях, конечно, давление может повыситься у кого угодно. От страха. От страха, от волнения, потому что с такими вещами, которые очень сложно отследить, и еще когда человек сомневается и ухудшает свои предположения, скажем так, вот таким вариантом, это уже действительно можно это заработать. Да, волнение понятно, но каракурт просто биояд. Вот он такого типа адреналинического, который вызывает страх. Вы знаете, что адреналин, да, это гормон страха. Страх, дрожь, повышение артериального давления. Вот он такой. Поэтому это может быть опасно. Говорили на такую вот жуткую тему, а тем не менее как-то вот легче стало. Спасибо вам большое за то, что пришли, рассказали такую фактическую нужную информацию и о том, что все в наших руках, да, надо быть внимательным и умным. И, глядя, також дякуємо за увагу, сподіваюся, що ви знайшли відповіді, які шукали. І варто пам'ятати, що не лише от природа може завдати нам клопоту. Ми можемо завдати природі клопоту. І відпочиваючи або працюючи на природі, пам'ятайте про те, що коли ви добрі, мирні та обачні, то і природа буде ставитись до вас так само. Будьте здорові, щасливі і живіть довго. До наступних зустрічей. До свидания.